А сам Сергей Гапликов встретился с Вагитом Аликперовым. Темой диалога с президентом Лукойла, как сообщает губернаторская пресс-служба, стали вопросы развития промышленного производства и реализации совместных социальных проектов на территории региона. Глава поблагодарил Аликперова за большую личную помощь в развитии социальной инфраструктуры. Напомним, в следующем году при поддержке нефтяников должен начаться ремонт взлетно-посадочной полосы, внутренних помещений и фасада здания аэропорта в Усинске. Аналогичную работу в этом году в Ухте провел, в частности, «Газпром-Трансгаз Ухта».